Реализация облачных технологий для бизнеса. Тема сегодняшнего урока – диагностика мобильных сервисов. Перед тем, как начинать анализировать возникающую проблему с любым из сервисов Windows Azure, необходимо узнать, нет ли глобальных проблем с этими сервисами. Для эффективной диагностики необходимо понимать основу архитектуры, разрабатываемой использованием Windows Azure Mobile Services. Система так любой архитектуре будет наличествовать два слоя – серверная логика, мобильный сервис и клиентское приложение клиент. После создания мобильного сервиса клиенту становится доступна точка входа HTTPS, на которую клиент может отправлять запрос одного из пяти типов. Рассмотрим на примере использования Fiddler. Создадим таблицу уже готовым мобильном сервисе. Панель управления Windows Azure Mobile Services. Запрос сервису с помощью Fiddler. Скопируем URL мобильного сервиса с панели Dashboard. С помощью тестового приложения в таблицу были добавлены несколько записей. Информация о мобильном сервисе. Запустим Fiddler и нажмем F12 для выключения постоянной прослушки трафика. Введем URL мобильного сервиса, поле адреса и нажмем Execute. Обратим внимание, что сервер возвратил код 401, то есть ошибку аутентификации. Запрос сервиса с помощью Fiddler. Изменим право доступа к таблице To Do Item. Для этого перейдем на вкладку Date и, нажав на имя таблицы, изменим право доступа на операцию чтения на Everyone. Право на операцию таблицы To Do Item. Масштабирование мобильного сервиса. Масштабирование мобильного сервиса осуществляется на портале управления Windows Azure на вкладке Scale мобильного сервиса. Разработчик может производить масштабирование для вычислительных ресурсов и хранилища базы данных. Так, для вычислительных ресурсов мобильного сервиса доступны три уровня использования – Free, Standard, Premium. Масштабирование мобильного сервиса Free. На данном уровне разработчик имеет 10 мобильных сервисов бесплатно, но ограничен малым количеством вызовов API до 500 тысяч количеством задач планировщика. Стандарт. На данном уровне разработчик оплачивает каждый из мобильных сервисов, но доступное количество вызовов API увеличено до 1,5 миллиона на мобильный сервис. Мобильный сервис уровня стандарт может быть масштабирован до 6 единиц. Премиум. На данном уровне разработчик оплачивает каждый из мобильных сервисов. Доступное количество вызовов API увеличено до 15 миллионов. Количество задач равно 10 единицам. Мобильный сервис уровня премиум может быть масштабирован до 10 единиц.